В нашу редакцию обратились жители Каспийска с жалобой на заросшие травой не так давно отремонтированные тротуары по улице Ленина. По словам директора МБУ «Зеленый город» Магомеда Багамаева, причиной быстрого роста травы – это дождливая погода. Сейчас «Зеленый город» проводит работы по чистке зарослей на данном участке. Наша съемочная команда обратилась к подрядной организации для того, чтобы узнать, какие меры будут предприняты для устранения данной проблемы. В прошлом году в данном участке установка тротуарной площадки. В этом году к нам обратились с администрации города Каспийска насчет травы, вот, которая выросла вот здесь. Мы в данный момент убираем эту траву и в дальнейшем будем обрабатывать химическим веществом, которое замедляет рост травы в данном участке. Химическое вещество будет передано соответствующим службам, и в ближайшие дни начнется обработка плиточного покрытия. Мы будем следить за дальнейшим развитием событий.